За что задержан? За мошенничество. Сотрудники полиции из Ростовской области вместе с коллегами из Волгограда при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали двоих мужчин по подозрению в совершении телефонных мошенничеств. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что задержанные действовали на территории Ростовской области. Подозреваемые представлялись сотрудниками ГИБДД, звонили гражданам и сообщали, что их родственник будет привлечен к административной ответственности, если они не переведут определенную сумму на банковскую карту. В настоящее время полицейскими установлены 9 потерпевших, которые были обмануты по данной схеме. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемые доставлены в Ростовскую область. Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.